сражались за звание лучшего брейкера, стритболиста, биомиксера, скейтера и роллера. В Северодвинске прошел 6-й фестиваль молодежных субкультур «Стритлайф». Научиться рисовать граффити в минувшие выходные мог любой северодвинец. Например, в этот холст под руководством опытного райтера свои имена вписали несколько десятков северодвинцев. В 6-й раз на стадионе «Беломорец» собрались представители молодежных объединений, чтобы провести фестиваль уличных культур. Антон Калинин занимается райтингом 6 лет, дает мастер-классы по всей области. Я еще принимаю в брейк-дансе участие, сегодня буду еще читать рэп. Граффити рисую еще, но не роллеры, не скейтеров пока еще не успел еще увидеть, но обязательно сейчас закончу, чуть-чуть осталось и обязательно скажу. На Ягринском стадионе организаторы разбили 4 площадки по интересам – танцевальную, стритбол, граффити и экстрим. 183 участника сражались за звание лучшего брейкера, стритболиста, BMX-ера, скейтера и роллера. Проводится он в первую очередь для участников, для развития их, а также для популяризации данной культуры, уличных культур, хип-хоп культуры, экстремальных видов спорта, для популяризации, то есть, чтобы привлекать новых людей. На 6-й по счету фестиваль приехали спортсмены из Архангельска, Санкт-Петербурга и Нарьян-Мара. Были гости и из других стран. Я из Нигерии. Я приехал выступать тут, ну как, я пою. На танцевальной площадке победу одержала команда Arctic Fresh. Победителем среди роллеров стал Дмитрий Едемский. Лучшим в BMX оказался Александр Куликов, в скейтборде Иван Ефремов. На стритбольной площадке из 21 команды лучшими стали поморы. Владимир Богомолов, Анастасия Ключникова, Денис Богданов, Вестник Северодвинска.